Re! Viss ēters ir te! Вакцинация от коронавируса в Латвии будет добровольной и бесплатной, а также постепенной. Минздрав подготовил план вакцинации. Хотя пока ни одна из вакцин в мире официально не зарегистрирована, уже несколько производителей заявили, что их препарат является эффективным более чем на 90%. Латвия дозу вакцины сможет получить в рамках общеевропейской закупки. По подсчетам Минздрава, в первую очередь прививка от COVID необходима 800 тысячам жителей нашей страны. Вакцина может появиться уже в первом квартале следующего года. В первую очередь, возможность вакцинироваться мы предложим работникам медицинских учреждений, потому что они те, кто находится на передовой борьбы с COVID-19. И там высок риск заражения, а также переноса вируса. Следующая приоритетная группа – работники и клиенты центров социального ухода. После них в приоритете люди старше 60 лет, те, у кого есть хронические заболевания, а также работники оперативных служб, полицейские, пожарные, работники учебных заведений. Кто станет следующим в этом списке, зависит от того, сколько доз вакцины сможет приобрести Латвия. Ее стоимость для государства пока неизвестна, так как пока ни одна вакцина официально не зарегистрирована. Сегодня британская фармацевтическая компания AstraZeneca распространила пресс-релиз, в котором заявила, что ее вакцина имеет среднюю эффективность 70%, а в одном из режимов 90%. Напомним, что сейчас в мире в завершающей стадии испытания проходят более 50 разных вакцин. Латвийские специалисты говорят, что к концу следующего года в стране будут доступны вакцины разных производителей.